Центральная избирательная комиссия сократила срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты Казахстана более чем в 2 раза – с 5 до 2 дней. Об этом сообщили на брифинге. Помимо этого, сокращены сроки проверки достоверности подписи в поддержку претендентов. Теперь он составляет 5 дней, а не 10, как было ранее. Напомним, каждый кандидат должен собрать 118 тысяч подписей. Сейчас в стране насчитывается больше 11 миллионов избирателей. Вот за счет сокращения этих сроков, отведенных на наши процедуры, кандидатам предоставлено больше времени на сбор подписей. В этой связи я обращаюсь к избирательным комиссиям на местах. Необходимо строго руководствоваться установленными Центральной избирательной комиссией сроками. Кроме того, Центральная избирательная комиссия утвердила правила для голосования лиц с инвалидностью. Как отметили члены ЦИК, местные исполнительные органы должны предусмотреть поручни, пандусы, а также другие необходимые приспособления для таких казахстанцев в местах голосования. К тому же сами выбранные помещения должны размещаться на первых этажах или иметь подъемные механизмы для перемещения на другие этажи.